الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. Третий столб веры – это вера в Писание. نؤمن بأنها كلام الله. الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى مثل كلام الخلق. Мы должны верить в то, что Писание – это речь Аллаха. Аллах произнес эти Писания, речь Его, она не подобна речам творений. منزل غير مخلوق. Писания, они не спосланы. Они не сотворены. Они не спосланы, но не сотворены. نؤمن بأن الله أنزل مع كل رسول كتاب. Мы верим, что Аллах послал, отправил с каждым посланником Писание. نؤمن بجميع الكتب. Мы верим во все Писания. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه. И должны верить в те имена, которых сообщил нам Аллах, имена, названия Писания, которые сообщил нам Аллах. И все сообщения, которые содержатся в этих Писаниях. И должны верить в все установления, которых сообщено в этих Писаниях. И мы верим в то, что Коран аннулировал, упразднил все предыдущие писания. То есть мы верим в предыдущие писания, но мы не читаем их, не исполняем то, что в них, мы подчиняемся Корану. Мы верим во все, что сообщается по поводу этих предшествующих писаний, сообщается о них в Коране и в Сунне, но мы не читаем эти писания, мы читаем Коран и поклоняемся Аллаху в соответствии с Кораном. No.